Вы собрали 10 тысяч лайков под прошлой частью, где мы открывали кейсы в моем гелике. И, ребята, сегодня, благодаря вам, мы опять вернулись к этому гелику, чтобы опять залезть в него. И теперь не просто открывать кейсы, а я с Артемом Арешниковым. Ребят, мы вам обещали битву кейсов, и мы ее снимем в этом гелике. И, кстати, давайте соберем под этим роликом 30 тысяч лайков, чтобы снять еще просто куча крутых видосов именно в этом гелике. Потому что можно записать крутые коллабы, можно записать дуэли с ТикТаком, с Веля и записать ролик именно для тебя. Это необычный гелик, он просто забайтен на просмотр. Вот поэтому, ребят, 30 тысяч лайков под этим видеороликом, который ты смотришь в сети интернет. И этому ролику 100% суждено быть, просто 100%. Вот. Ну, а мы сейчас прыгаем. Давай по старой традиции ты газку подашь. Ага. Ребят, все вы знаете, что ролик с этим геликом заходит только когда делаешь вин-вин-вин. Да, кейсы по-любому лучше открываются, когда газуешь. О! О, смотри, кстати, это кнопка подписаться. Нажмите на нее. О, видите, нажали. И я просто уверен, что у кого-то из моих подписчиков будет ровно такой же гелик. Только надо нажать на кнопку подписаться и верить в свою мечту. Ну а мы пошли открывать кейсы. Ребята, мы вам обещали батл кейсов стендов 2. В гелике, блин, обещали. Вот, и мы свое держание сдерживаем. У меня 20 фабл кейсов. Вы просто безумное количество лайков собираете под роликом и с геликом, поэтому мы продолжаем снимать летсплейчики именно здесь, в моем гелике. Вот, слушай, давай я открою стикер Ранбо. Ну, рандомные стикеры, короче, потому что очень многие писали, ребята, очень многие писали. Мне самому интересно, что да. У тебя там в стикер-паках, это... зачем ты их столько накупил? Это как бы бонусом, ребятишки, 27 голды, 27.80. Но после стикер-паков сразу начинаем батл. Давай я сейчас по-быстренькому просто максимально их открою. Стикер Дигл Мастер Кала, он, скорее всего, тоже стоит, ребята, 20 голды. Мне почему-то... Мне так... кажется, больше по-любому. 45! Ну, это хороший стикер. Так, еще открываем, ребята. Во, прошечка. Прям, ну, ты же про? Ну, такое. Такое, понял. Ну, так, наклейка не для тебя, ну, ладно. 30 голды, 30-29, ребята. Ну, это больше, чем 20. Так, давай, и... А тут могут вообще наклейки выпасть вот за 1000 голды прям? Слушай, мне кажется, вряд ли. Так, ребята, давайте еще один ранбокс стикер! И мне выпадает... Пожалуйста, фиолетовый стикер. Space Code. Да, он, ребята, стоит 21 голду, 73. Стандартный просто наклеечка. Так, еще. Еще. Ты что, не спал сегодня? Слушай, да, я не спал, не мог уснуть. Так, это нам уже выпадало. Lucky Star, ребята, Lucky Star. Так, и он стоит 18.22. Ну, почти двадцаточка, ребята. Так, еще один тебе, по-моему, да, стикерпак еще один, последний остался. И давай. После этого сразу начинается батл кейсов. Ну, такое мне выпадало. Мне даже на пушке наклеено такой стикер. Вот, и он стоит, ребята, он стоит 25 голды. Все, давай открывать. Сейчас мы будем открывать по 20 кейсов. Я куплю себе 20 ривол кейса против твоих 20 фейбл кейсов. Вот у меня, смотрите, 20 кейсиков, и сейчас мы будем батлиться с помощью них. Давай на счет 3 открываем наши первые кейсы, открываем одновременно, чтобы сразу понимать, кто тот победитель. И у кого в сумме все пушки будут дороже стоить, тот и победил. Раз, два, три. И забирают все пушки, да? Да. Мне выпадает М110 Кибер. А мне Дезерт Игл эпический. Так, давайте я сразу посмотрю, сколько стоит. Знаешь что еще? Что? Давай уберем все вот эти вот Нью, чтобы они нам не мешали смотреть, потому что я уверен, что мы сейчас будем смотреть и очень долго искать скины. Так, у меня, кстати, если что, 6 голды. Я сразу нашел свой Дезерт Игл, 6 голды. Моя первая пушка стоила 6 голды, ребята. И у меня, и у Артема первая пушка стоит по 6 голды. Неплохой старт, я думаю, можно второй кейс открыть. Давай, раз, два, три. Крутится, пожалуйста, пусть выпадет что-то нормальное. Бигл! Но! Почти, но не выпал. Я уж подумал, что тебе нож выпал. Не, не выпал, не выпал. Слушай, открой дверь гелики, чтоб что? Дышать было легче. Опа! 0.76 голды, ребят. У меня 0.78, у меня на 2 голды цента больше. Пока что вырываюсь вперед. Давай с тобой откроем третий кейс. Третий, окей, да. Сейчас, давай, открываем. Да, пошел. Вот сколько фиолетовых, но мне выпадает синяя пушка. G22 Starfire.
Starfall. Starfall, или как он называется, она стоит 0,84 голды, ребята. У меня 1,77 только что подскочила в цене. Почти 2 голды у меня стоят. Давай следующую. Давай третий кейс. Так, давай ривал кейсик. Открываем. Полетел. Во-во-во-во, у меня фиолетовый. Фиолетовая узишка эпическая. У меня стартрек, и который вроде неплохо стоит, ребята. Потому что он стоит 10 голды. 10-12 у меня стоит следующая пушка. У меня 5 голды стоит. Он пока что отстаю, но ладно, у меня еще куча ривал кейсов, которые мне помогут победить Артема. Так, давай следующий. Так, поехали. Так. Нож прилетел, ребята. У меня прилетел нож. Да, они там летают постоянно, но... М110 Кибер Рэй Фабл Коллекшн. Так, мне ралли выпал за... Сейчас я тебе скажу. У меня 0,77 голды. 0,77, блин, это... У меня 0,83. Чуть дороже, но все равно даже не одну голду. Давай к следующему кейсику. Открываем. Так. Фу, ребята, будем выпадить нормально. Пушку, пожалуйста. У меня розовая выпала. Розовая. 45. Она знаешь, сколько стоит? Сколько? 3,70. 24 голды. Мне кажется, на данный момент я прям лидирую. Мне кажется, я выиграю. Ну, это тебе так кажется. И заберу все твои скины. Давай следующий кейс открывай. Давай. Вот, блин, М4 Лизер я видел. Блин, очень крутая пушка. Я бы все отдал за то, что только бы она мне падала. Из гачи там статрек выпал. Ну да, знаешь, сколько стоит? Сколько? 24,85. У меня чуть меньше 2 голды стоит. Это прям не конкурента пока что. Эта пушечка скачет в цене постоянно еще. М89. Вот, я говорю, там есть М4 такая беленькая. Следующий давай кейс. Знаешь, как называется? М4 Лизард. Вот, если она мне, блин, будет почаще выпадать, то я 100% тебя выиграю. Но пока что мне упала М110 Кибер Рэй. Она мне вроде уже падала. И она, ребята, стоит 0,77 голды. У меня 0,91. Нужны другие пушки для того, чтобы победить. Нужны пушки, как минимум, чтобы по двадцатке хотя бы стоили. Мы играем против друг друга, поэтому мне нужны крутые пушки. Я хочу себе М4 Лизард. Я сюда пришел за М4 Лизард, ребята. Если она мне будет падать постоянно, то я 100% выиграю Бруно. И она мне падает, ребята! Капец! Легендарочка! 23,88, ребята. Нифига. 23,88. Ну, это конкурентная пушка. Но знаете что, у меня все-таки ставка. У меня сейчас за 0,75 ФАМАС выпал. Но у меня ставка на то, что мне выпадет нож, и тогда я по-любому выиграю. Я хочу заколдовать свой телефон, пожалуйста, чтобы мне постоянно выпадала М4 Lizard. Я очень сильно... Это невозможно. Блин, это все возможно. Так, давайте, сейчас. Как я прошу подписчиков... Ну, сейчас не выпало. Как рарочка. Я прошу зрителей, и ты просишь зрителя подписаться на канал, поставить лайк, так и это тоже возможно. 0,77 у меня следующая пушка стоит. У меня 0,75. Все, поехали. Тыкаем, да. И М4, стой. Блин. М4 Лизард мне выпадает, ребята, второй раз. Я же сказал. Она стоит уже 28 голды. Если она мне выпадет больше 5 раз, то это, блин, судьба. Я шаман, ребята. Мне выпало ралли. Причем этот пистолет мне постоянно выпадает за 81 голду на данный момент. Лучше бы мне выпадало что-то подороже. Так, давай следующий. Что-то покраснее. Кейс. Так, давай нажимаем. Давай, поехали. Давай. Открыть. Ага. Одновременно. И о. Desert Eagle Dragon эпический. FS Tactical Rare. Которая, ребята, стоит на секундочку 0,87 голды. Блин, это маловато на самом деле. Потому что 100 голды потратил на кейсы, выпало 0,87. А мне выпала пушка за 6 голды. Ну, ты почти, слушай, ты там подлидируешь немножко. Сам ты подлидируешь. Так, открываем. Открыть. Ну, блин, этот бигл прям оскорбительный. FN Fail Тактика, ребят. Мне кажется, с этим вообще невозможно. 4 голды стоит. 4 у меня пушка следующая стоит, ребята. И мой баланс вот такой. Где-то он здесь есть, ребятишки. У меня за 80 голд центов стоит моя рарка. Я уже испугался, что 80 голды. Нет. Просто 80 центов. Так, давай. Открыть. Ага. М4. Ну не надо мне опять этот бигл. Мне опять FNF тактика выпала, которая стоит 4,01 уже. Курс поднимается прям при открытии кейсов, ребята. Мы творим историю. Мне 0,89 сейчас стоит моя пушечка, которую я выбил. Нужны другие пушки. Давай, открываем. Так, по-любому нужен нож. Вот когда выпадает полная фигня столько раз подряд. М4 Лизард, ребята, она мне уже третий раз выпала. Я напоминаю, если она мне выпадет еще 2 раза, значит, я шаман. И вы обязаны подписаться на канал. 23,81 она. А мне выпал Frost Worm за 26 голды. Курс скачет, но в целом она стоит 23-24 голды. Давай следующий кейс откроем. Мне все же кажется,
что ты не шаман, Артём. Почему это? Почему ты шаман? О, опять эта пушка выпала. А мне Star Trek Tactical выпала. Star Trek, капец, мне вот второй раз выпала пушка за 26 голды. 10-16, ребята, она стоит. Давай следующий кейс. Угу, открываем, да. Погнали. М4 Lizard, ребята, капец, вы видели, там на такую писюльку было. Мне опять выпал этот ралли. 23-81 она стоит. А у меня 0-79. И посмотрите, у меня 1-2-3-4, у меня 4 уже М4 Lizard. 5 даже, ребята, у меня там одна вверху. И значит, я шаман. Давай следующую. Вот если еще раз выпадет хотя бы у тебя эта пушка, тогда ты шаман. Да ну! Как это вообще не, это невозможно? Ребята, мне выпадает М4 Lizard. Она мне выпадает 6-й раз, ребята. 6-й раз. Она уже стоит 24 голды. Как? Моя пушка стоит почти 5 голды. 4,97. Я тебе явно... У меня 1, 2, 3, 4, 5. У меня 6. 6 М4 Lizard. Это капец. Мне по-любому сейчас нужно что-то. Голды так за 500. А еще один кейсик. Так. Ну, давай Desert Eagle. М4. Это невозможно. Еще один раз. Седьмой раз, ребята, М4 Lizard. Ладно, ты шаман, окей. Она стоит 24 голды. Так, у меня Desert Eagle за 6 голды. Капец, у меня столько М4 Lizard, чел. У меня столько М4. Давай потом с них что-то скрафтим. Давай, попробуем. Так, давай, еще один кейс у нас остался. Да. Последний. Еще один ревел. Раз, два, тыкаем. О, нож, давай, ножик. Мне не выпало. Рарочка, АКРочка. 4 голды стоит. А моя пушка, знаешь, сколько стоит? 1,76. Давай, по итогу. Давай, сейчас я закрафчу. Из 10 пушек, ребят, смотрите, у меня сколько М4 Lizard. Я сейчас их всех выберу. У меня их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук, ребята, она стоит в среднем. Сейчас уже 25 голды, 25, ребят. Так, давайте выбираем. Давай еще дробовиков туда добавь. Да, давай. Давай еще один добавь дробовик. Вик-то. Вот этот вот. Этот у меня. Ага, понял. Все, давай крафть. Арканочка выпала. Сколько она стоит? У меня вторая аркана, ребята, и она стоит 217 голды. Это невозможно просто с этим конкурировать. Реально, Артем просто шаман. Он выбил пушек на вот столько вот голды. У меня вот столько, и у меня явно меньше. Поэтому я прямо сейчас Артему отправляю все свои пушки, к сожалению. Да. Я бы хотел все его вот эти арканочку как минимум забрать. Знаешь, но... что? Что? Давай перед конечкой. Погазуй на гелике, погазуй! Вот если... 30 тысяч лайков под этим роликом соберется, то мы обязательно снимем еще один ролик с этим геликом. Во! Да, это просто капец, посмотрите, как Бруно газует. Вум-вум-вум. Вся машина, все, давай, заканчиваем, тыкай на пулю. Давай, пока я газую. Вот сюда, пока Бруно газует. И смотри новую свежую пулю. Просто жми сюда, просто тыкай, просто жми.